веруют, Господи. Сын Бога живаго, пришедший в мир грешный, спасите же первый есть мать, еще веру. Как все есть самое пречистое тело, самая честная кровь. Молюсь, оба тебе помилуй, прости мне вся прегрешение мое, вольное и невольное, словом же, делом же, бедни и небедни. Исподоби меня суждено, причаститься, причистое таинство, оставление грехов моих и жизнь вечную. Аминь. Вечере твоей тайны, не сыне Божий, причастника меня прими. Небо врагом твою тайну поверь, мило б заняти дам я каюда, ну-ка разбойник исповедуй тебя, помяни меня, Господи, во царстве твоем. Да не в суд или в осуждении будет мне причащение причистой тайн, но во исцеление души и тела. Аминь. Причистое тело и кровь Господа Бога, Спаса нашего Иисуса Христа. Thank you.
Бога Твоей, достояние Твое. И Духом Святым истины, приехал Духа Небесного, обреток он веру истинную, нераздельной Троице поклоняемся, Богу расслабляем. Никогда мы не присно и во веки веков. Святым Твоим божественным, бессмертным и животворящим тайном, соблюди нас во Твоей святыне, весь день поучайтесь о правде Твоей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Гости, приимши божественных святых бессмертных, небесных, животворящих, страшных, христовых тайн, достойно благодарим Господа. Господи, помилуй. И спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Свят, верен и безгрешен, спасивши сами себе, друг друга, весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи, наши Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Изыди. Во имени Господне, Господи, Господи, посвящай на Тебя уповающие, спаси люди Твои, благослови достояние Твое, исполнение церкви Твое, сохрани святых вещей благолепия Дома Твоего. Ты тех, воспрослави божественные силы, не остави нас уповающих на Тебя, мир мира, и Твоим даром церквам, Твоим священникам, всем людям Твоим, яко всякое дание блага и всяк дар совершен свыше, исходя от Тебя свет, и Тебе славы, благодарение и поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Будь имя Господне благословено отныне и до века. Будь имя Господне благословено отныне и до века. Будь имя Господне благословено отныне и до века. Благослови Господи во всякое время. Господи, похвалится душа моя, да услышат кровцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною, и вознесите меня во вкухе. Взыска Господа и услыша меня, и от всех скорбей моих избави меня. Приступите к Нему и просветитеся. И лица ваши не постыдятся, все нищего зла и Господь услышай, и от всех скорбей его спаси. Ополчится ангел Господень от крест боящихся его, и избавит их. Пустите и видите, яко благ Господь, блажен муж и же уповает на. Бойтесь Господа все святые его, яко не смешение боящимся Его, богател нищавший из алкаша, взыскающий же Господа не лишаться всякого блага. Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас, кто из человека тяй живот, любит не видите благи. Удержи язык твой от зла, и усне твои же не глаголотельсти. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени. Очи Господни направленные, и уши
слушаю молитву их, лице же Господне на творящее злое, еже потребите от земли помети, воз ваше праведнее Господь услышай, и от всех скорбей избави. Близ Господь сокрушенным сердцем, и смиренные духом спасет. Многие скорби праведны, и от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости их, ни едина от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного грешат. Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него. Благословение Господне на вас, того благодатью человека любим всегда, ныне присно и во веки веков. Аминь. Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своя Матери, святых славных и всепральных апостолов, преподобных богоносных отец наших, иже святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского Златоустого, и святые праведные Анны, пророчицы, матери святого пророка Самуила, еже и память ныне совершается, святых праведных Богу Отец и Акима Анны, и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Из беседы святителя Иоанна Златоустого, Евангелие.